Здравствуйте, дамы и господа. Решил сделать небольшой обзор по установленной магнитоле головного устройства TI-S Pro в Renault Megane 3. Ну вот так вот получилось, она у меня выглядит. Все, что нужно на ней, все работает. Вот тут установлен у меня имп включен. Работают кнопочки на руле. Вот это у нас пауза колесика. Соответственно, следующий трек — повернуть колесико, предыдущий в обратную сторону. Также есть функция разделения экрана. Нужно нажать вот на этот двойной экран, перетащить эту картинку сюда. На одном экране остался имп. Сюда поставим, допустим, навигатор. Нажимаем кнопочку на руле, вот эту. Таким образом. Раз. Включился Яндекс.Навигатор. Теперь можно пользоваться сразу двумя приложениями на экране. Возвращаемся домой. Также есть, естественно, радио. Также вместо навигатора появилось радио. Чтобы убрать это дело, нужно вот сюда вот нажать на серединку, перетащить. Радио убралось. Нажали кнопочку «Домой». Включаем радио. Науки и так далее. Это же очень важно. И тому, как детей обучают. Соответственно, радио тоже джойстиком на руле. Вот этим вот колесиком туда-сюда. Переключаются сохраненные радиостанции. У меня их получилось около 10 штук, 12. Также, естественно, работает прибавление, убавление звука, выключение. Все стандартные функции джойстика на руле работают. Также, конечно, тут видно, что есть 4G, антенна вон там у меня расположена, GPS антенна там. Четверо подростков получили различные травмы, они госпитализированы. Погибшие прибежали работники лесопильного предприятия по Сумскому жилью в непредназначенном... Конечно же, можно смотреть видео. Установлены решетки, заявил губернатор региона Сергей Жвачкин. Я здесь установил проигрыватель VLC. В районе Томской области, где ночью произошел пожар. Сгорел один этаж. Загрузил фильмец. Чащемся поезде. Ты это заснял? Да, заснял, и не только я, смотри. Качество изображения прекрасное. У меня тут яркость убавлена. Можно сделать, в него промазали четверо, чтобы прежде чем его передали тебе, четверо. Было ярче. Да ты, бац, и готова. Ты супер, я держу спать. Также те же самые функции джойстика на руле. Также, чтобы быстро добраться до навигатора, опять же нажимаем вот эту кнопочку, включается Яндекс.Навигатор. Соседняя кнопочка, которая ближе к рулевой колонке, она у нас действует для переключения между приложениями. Соответственно, свой Bluetooth, музыка Bluetooth, проигрыватель,
видео, навигатор. И по итогам 2019 года об этом сообщается на официальном сайте организации. Вот такая вот магнитола с кучей настроек, соответственно, конечно же, есть целая куча настроек. Эквалайзер. Вот такого типа. Ну, очень много. Подобные видео уже есть на Ютубе. Я уже не буду на них останавливаться. Это уже сами можете разобраться вполне. Ну что ж, вот так вот. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо.